Всем привет, ребята! Смотрите, кто к нам сегодня пришел в гости. Это черепаха по имени Тася. Ее-то мы и будем с вами сегодня рисовать. Мы с вами узнаем, что такое теплые и холодные цвета, познакомимся с понятием контраст и поработаем с орнаментом. Давайте вспомним о том, что желтый, красный и синий – это основные цвета. Если смешать желтый и красный, получается оранжевый. Красный и синий получается фиолетовый. Желтый и синий получается зеленый. Таким образом, противоположные цвета – это зеленый и красный, те, которые находятся напротив друг друга. Оранжевый и синий, желтый и фиолетовый. Эти цвета считаются контрастными. Ими мы и будем работать. Берем простой карандаш и рисуем черепаху. Для этого нам нужно нарисовать большой овал, маленький полукруг, это будет голова, лапы с одной стороны, с другой стороны и задние лапы. Хвостик. И мы с вами начинаем с фона, закрашиваем все вокруг черепахи желтым цветом. Цвет контрастный желтому фиолетовый, поэтому голову, лапки и хвостик мы раскрашиваем фиолетовым цветом. Так как мы рисуем декоративную черепаху, то есть вымышленную, то она у нас будет яркая, солнечная и нарядная. Обводим панцирь также фиолетовым цветом широкой линии. Следующий цвет, который мы будем использовать, это оранжевый. Рисуем еще одну широкую линию оранжевым цветом. Цвет контрастный оранжевому – синий, поэтому следующая полоска будет синим цветом. Следующий цвет – красный. Закрашиваем им всю оставшуюся белую часть. И так как зеленый цвет контрастный красному, делаем здесь зеленую серединку. А теперь украшаем нашу черепаху орнаментом, то есть дорисовываем кружочки, полоски и другие элементы декоративной живописи. Смешиваем желтый с белым и по краю добавляем вот такие вот пятнышки. Вспоминаем о том, что цвет контрастный оранжевому синий, поэтому смешиваем синий с белым и дорисовываем на оранжевом фоне кружочки. Оранжевый смешиваем с белым и рисуем полоски на синем цвете. В зеленый добавляем немножко белого и на красном фоне делаем маленькие точечки. Берем белую краску и рисуем глазки. Белым цветом украшаем лапки. На голове белым цветом рисуем маленькие точечки. Повторим такие же точечки на лапках. Оранжевым цветом на желтом фоне делаем маленькие пятнышки. Ну как, нравится тебе портрет?
Всем пока. Надеюсь, у вас все получилось. Пока-пока. Помаши лапкой.